Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Многие из нас воспринимают остановку часов как нечто незначительное, лишь временное неудобство. Однако правда о негативных последствиях остановки часов может быть гораздо более серьезной и заставит нас задуматься. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие опасности могут возникнуть при остановке часов. А также я поделюсь с вами способами, как избежать ужасных последствий и защитить себя от потенциальных проблем. Остановка часов является предупреждением об упущенных возможностях и необходимости перемен. Это знак для владельцев, что пришло время привести в порядок свою жизнь, заботиться о своем здоровье, уделить внимание дому и близким, рассмотреть возможность смены работы и выйти из состояния стагнации. Остановка настенных и напольных часов считается сигналом о неблагоприятных событиях. Это предупреждение для владельца о возможных бедах и призыв к коррекции своего поведения. Остановка часов может нести следующие значения. Они могут быть предупреждением о возможных стихийных бедствиях, таких как землетрясение, наводнение или ураган. Они также могут указывать на наличие бытовых проблем, таких как пожар, взрыв газа или замыкание. Остановка часов может быть связана с заболеваниями и приближающейся смертью. Она может указывать на необходимость обратить особое внимание на свое здоровье или здоровье близких людей. Это может быть знаком конфликтных ситуаций на работе или ссор с близкими людьми, что позволяет владельцу принять меры для исправления ситуации и восстановления гармонии. Остановленные часы также могут предупреждать о возможных материальных проблемах, такие как убытки, неожиданные расходы или финансовые неудачи. Владелец может использовать этот сигнал, чтобы быть более осторожным с денежными решениями и осуществлять более тщательное планирование своих финансов. И, наконец, это может быть предостережением о появлении недоброжелательных гостей. Для привлечения благополучия пишем ниже в комментариях под видео. «Моя жизнь меняется к лучшему. Да будет так!» Если быстро отправить домашние часы на ремонт, и мастер согласится выполнить эту работу, можно расслабиться. В противном случае следует быть осторожным. Если остановившиеся часы внезапно начинают снова идти, то все зависит от продолжительности их простоя. Если период был коротким, это может быть хорошим знаком, указывающим на то, что возможные проблемы миновали. Однако при долгой остановке рекомендуется избавиться от этих часов, так как это может быть предупреждением о серьезном заболевании, грядущей смерти или появлении опасных врагов. Если часы остановились и снова начали ходить в новом доме, это может быть предупреждением о накопленной отрицательной энергии в этом месте. Людям, которые серьезно относятся к приметам, можно порекомендовать провести обряд освящения своего дома для очищения его от негатива. Наручные часы. Остановка наручных часов может указывать на проблемы, с которыми сталкивается их владелец, такие как порча, депрессия или возможная смерть. Однако она также может служить сигналом для владельца о необходимости принять более активную жизненную позицию, перестать тратить время зря и выйти из застойного состояния. Если наручные часы останавливаются прямо на руке, это может быть предупреждением высших сил о том, что владельцу следует вспомнить свое предназначение, отпустить прошлое и простить обиды. Иными словами, в этом случае остановка часов указывает на необходимость очистить энергетику. Если при остановке часов совпали часовая и минутная стрелки, не следует выбрасывать эти часы. Они являются талисманом, который нужно беречь и по возможности носить с собой. Разъяснение значения приметы зависит от нескольких факторов, таких как день недели, время суток, определенные часовые интервалы и место, где находятся часы. Важно учитывать место размещения домашних часов при их остановке. Если они находятся на кухне, это может быть предупреждением о голодных и тяжелых временах, о возможном пожаре и потенциальной опасности для членов семьи. Если часы находятся напротив входа, это может указывать на угрозу кражи или грабежа. Если часы находятся в спальне или гостиной, это может быть связано с семейными проблемами и возможной серьезной болезнью одного из членов семьи. Существуют определенные периоды, которые считаются наихудшими для остановки часов. Они включают начало недели, когда вы только начинаете рабочую неделю
и можете столкнуться с трудностями или стрессом. Раннее утро, когда вы еще не полностью пробудились и можете быть менее энергичными или несосредоточенными. Важные начинания, когда вы собираетесь предпринять что-то значимое или принять серьезное решение. Во время путешествий, когда вы находитесь в незнакомой обстановке и сталкиваетесь с потенциальными неожиданностями, например, какие-либо задержки или неожиданные изменения планов. Значение остановки часов от дня недели. Толкование значения остановки часов варьируется в зависимости от дня недели, когда это произошло. Понедельник. Начинания, предпринятые в этот день, имеют высокую вероятность неудачи. Рекомендуется отложить все новые дела на будущее. Можно столкнуться с проблемами со здоровьем. Возможно, значительные, но бесполезные траты. Возможно, неприятные хлопоты или проблемы. Требуется особая осторожность, чтобы не стать жертвой мошенничества. Вторник. Если часы остановились во вторник, это может означать, что вам понадобится помощь друзей или вы получите неприятную новость. Также возможно, что вы приняли неправильное решение, и это может вызвать недоразумение на почве ревности или стать бедой для вашего дома. Среда. Если часы остановились в среду, это может указывать на финансовые потери или заботы, которые оказались бесполезными. Возможно, ссора с любимым человеком или неудачные деловые встречи, поэтому лучше отложить их на другое время. Четверг. Если часы остановились в четверг, это может быть связано со слухами, сплетнями и интригами, которые могут нанести ущерб вашей репутации. Однако также возможны новые знакомства и помощь в бизнесе. Будьте осторожны с опасными попутчиками в дороге и за рулем. Пятница. Если часы остановились в пятницу, это может указывать на возникновение серьезных проблем, требующих срочного решения. Для незамужних женщин это может быть расставание с близким человеком из-за интриг завидующих подруг, а для холостых мужчин – конфликты со сослуживцами и соседями. Также возможны проблемы со здоровьем. Суббота. Если часы остановились в субботу, это может указывать на тяжелую болезнь близкого родственника или потерю имущества из-за пожара или кражи. Это также может быть предупреждением о необходимости пересмотреть некоторые взгляды и подходы. Воскресенье. Если часы остановились в воскресенье, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, разлуке или крушении брака, особенно для молодых семей. Могут произойти материальные потери и появится необходимость решать чужие проблемы. В зависимости от времени суток, толкование приметы может охватывать четыре сферы жизни человека. С 6 утра до 12 дня. Это период, когда приметы связаны со здоровьем. С 12 дня до 17 часов. В это время приметы имеют отношение к деньгам и карьере. С 17 часов до полуночи. Приметы, которые произошли в этот период, касаются личной жизни. С полуночи до 6 часов утра. Приметы в этот временной интервал относятся к духовной и ментальной сферам. Толкование приметы по часам. Если часы остановились между 12 и часом, это свидетельствует о благоприятном завершении ваших текущих дел. Если между часом и двух. Вас пытаются обмануть или один из ваших друзей стал относиться к вам холоднее. Между двумя и тремя часами. Если у вас сейчас трудности, то они скоро пройдут. Если у вас сейчас все хорошо, то так будет еще некоторое время. Между тремя и четырьмя часами. Не делайте поспешных выводов. Перед принятием решения тщательно все обдумайте, так как оно может повлиять на ваше благополучие. Между четырьмя и пятью часами. Постарайтесь подружиться с человеком, которого вы избегаете, потому что он может стать вашим верным другом. Между пятью и шестью часами. Вы достигнете желаемого, но ваш близкий человек может причинить вам некоторые неприятности. Между шестью и семью часами. Вам скоро придет приятная новость. Между семью и восемью часами. Грусть и отчаяние вскоре сменится радостью. Между восемью и девятью часами. Кто-то влюблен в вас. Между девятью и десятью часами. Ваши ожидания не будут оправданы. Между 10 и 11 часами вам предстоит получить неприятные известия. Между 11 и 12 часами
Чтобы избавиться от грусти, погрузитесь в работу. Если часы остановились в полночь, это может указывать на возможные проблемы со здоровьем. Как избежать негативных последствий? Для предотвращения негативных последствий остановившихся часов рекомендуется принять следующие меры. Не оставляйте остановившиеся часы дома. Они должны быть незамедлительно отданы на ремонт или в случае невозможности ремонта выброшены. Если выбрасываете часы, выньте из них часовой механизм и выбросьте его отдельно. В течение ближайших дней после остановки часов будьте осторожны и избегайте планирования важных дел. Чтобы исключить или сократить негативные последствия остановки часов, можно выполнить следующие ритуальные действия. Положите остановившиеся часы под солнце на 3 дня, чтобы они получили позитивную энергию. Затем отнесите их к мастеру для ремонта. Погрузите остановившиеся часы в воду на 24 часа, чтобы разорвать связь с владельцем. Затем вылейте воду на улице под деревом, а сами часы выбросьте. Предварительно наденьте перчатки, чтобы не касаться часов. Пригласите священника, чтобы он осветил место, где часы висели или стояли, с помощью святой воды. Если вам жаль выбрасывать остановившиеся часы, заверните их в плотную бумагу или фиолетовую ткань и уберите их подальше. То же самое сделайте, если часы остановились ночью, и вы не можете сразу отнести их на ремонт. Наручные часы, которые остановились и не подлежат ремонту, выбросьте за пределами дома, завернув их в фиолетовую ткань. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь по ссылке в описании.